Каменный уголь – это изолятор молнии. Когда энергия молнии распространяется по всей поверхности Земли, она выходит от всех растительных игл, а также от волос человека. Как вы видите на видео, направлены резко вверх. Энергия молнии, которая распространяется по всей поверхности Земли, выходит от человеческих волос, и волосы встают дыбом. Энергия плюсовая выходит от волос и притягивает от воздуха отрицательные электроны, которые, в свою очередь, от Земли притягивают катионы водорода. Эти водороды являются антиоксидантами. Они сохраняют наш организм молодым. А также энергия, которая выходит от волос, она стимулирует кровь под волосами и превращает ее в стволовые клетки. Таким образом, изолятор молнии – это то, что омолаживает человека. Таких земель, которые изолируют энергию молнии, очень много по всей планете. Изолятором молнии является каменный уголь, который содержит метан. Метан своей высоким давлением изолирует высокое напряжение, потому что энергия молнии распространяется через вакуум. Подписывайтесь на канал, и вы увидите еще больше.